Короче, пришел в разведку посмотреть на вечерний закат. Утку. Есть, нету. Но уже штук 30 видел. Утки крякают. Надо мной 4 штуки. Хуёво не видно вам, ребятки. Сейчас, может, тут здесь увидите. Хуя не увидите. Высоковато летели. Еще пролетела одна. На закат летят. Не со стороны. Еще одна полетела. Не видно вам, ребята. Чирок далеко полетел. Видео пишет. Тохе привет, ага.
туземцы оставили трактор. Высаживаем десантуру. Че ты воду будешь брать? Он больше на экране будет, они за выключены. Конечно. Мозг плема видно. О, слетел. Ну. Все, давай. Да это мы мотором промыли просто. Тебе так кажется? Вон, струна тут натянута. Вот эту мы, которую натягивали просто. Давай. Просто
здесь еще чище. Зато сеть целая. Она, наверное, наела вчера шкурлупы яичной. Муксун. Муксун. Тут вообще без колес у нас. А? Кого ты говоришь, Антон? Без колес, бро, вообще. А, ну да. Вот поэтому она у нас исплывшая. Исплывшая поэтому. Подожди. Пинцет. Скальпель. А это тоже без колежи, да? Да. Тоже ни хера не спутанная. Появляется такое предложение снять их оттуда. Другое место снять. Примерно недели две назад, наверное. Ну тут вода светлая вот так, со строгой, если. Да она-то мелкая, всякая выходит. Чурагайки грамм на 500 поди. В сети она может не попадается. А? Сколько? 10? Здесь 3 осталось. А 10 человек. Ну вот здесь 3. Там 3. Там 7 проверили. Уже 4 проверили. На той стороне 2 и на этой стороне 2. И сейчас 3 здесь. Что, по будем берегу делать? Не, давай так проходим. Скальпель.
А здесь уже мелкие должны быть сети. Да это не удивительно, такое очень-очень часто случается. Офигеть, это Одок, ты и так распутываешь, и я думал, она не распутывается. Мелочь, наверное, поскручивала. Нельмы маленькие. Там сколько он плавит, и берега нельно прыгает. Вообще на берег легла. Там стоял кто-то, да? Или ты крючком так задел? Он и взмутнела вода. Охуеть, что я так накрутил? Или может мы мотором прошлись так? Не могло? Могло дядя с мотором? Моторными волнами могло это намотать? Нет? Что, пойдем? Thank you.
еще одна где-то должна быть. Гайка. Антон, а вот, допустим, лицензию, если брать, только на район возьмешь какой-то или на всю область можно взять? Ну, на отстрел кого-нибудь там, птиц. Вообще, можно вроде на область. Коряга, сука, второй раз. Вон там? Может, сеть и правда стень мелкая. Ее, наверное, сворачивает еще. Но она из-за этого еще, наверное. Та-то она, блядь, тройка сделана, у нее она уже потяжелее, сама даже леска. Она толще. Но. И поплавки там, наверное, мощнее, не? Ну вот. Ну, вот она, наверное, они более уловистые из-за этого. Я тоже, блин, что-то даже и не подумал, что надо трехметровые-то брать. В следующий раз буду трешки брать. Чё, где ягодки? Весла готова. Зажим. Зажим. Зажим, зажим у нас, зажим. Сейчас дадим тебе. Хоба, держи. Дырки-то на белугу. Здесь они просто сидели. Здесь экономные кольца. Тоненькие. Да, наверное, проверил кто-то. Рыбнадзор, наверное, снял уже, проверил. Снимали нахуй. У нас хорошие сети. А видишь, я тебе говорю, это перемена погоды влияет. Она такого не бывало бы, чтобы она вот так вот в это время не ловилась. Это перемена. Тем более в новые сети, да? По идее, это должно попасть, если нихуя. Я тут, блядь, наверное, на лодке проплывали через сеть.
пойдем то. Не, мотор тут. А, ну ладно. Для чего вам этот крючок? Вот. Это большая рыба, за жабу ее хоть. Это, наверное, уже трехметровая, да? Трешка эта сеть. А? Вчера что? Это последняя, да, сеть? Обалдеть. Может, тебе багор надо было? Не надо. Ты сейчас хочешь за низ ее проверить? Обалдеть. Тухлятина. Палочку? Давай. Или так вырвет? Где она, палочка? А вот. Вот вчера бы его вытащили, еще, может, нормальный был. Вчера, да. Нормально. Он же завел их. Ну? Здесь тоже кто-то был, да? Так что это диасаж не места. Это рыба нет. Не идет нихуя. Надо было ее, Антон, на берег, чтобы съел кто-нибудь.
Это выше или здесь? Выше. Утонет, да? А ну-ка. Ага. Крючок. Я уже забыл про этот крючок. Берег, блин, интересный, тальник здесь сухой. А, дом? Без 27. Давай, сумку. Вот так вот.